класса, то есть он сначала смазан, потом восстановлен, восстановлены ребра и отслеживается разница между кадрами, и этого, в принципе, достаточно, чтобы определить зоны этих мелких колебаний путем подбора параметров даже глубины просто по средней пирамиды Ламоиса. Да, этого было достаточно, чтобы определить хотя бы зону, над которой работать. С цветом то же самое, только в глубину цвета и работа с разными... Я пробовал разные цветовые схемы, удалось попробовать. С RGB он не работает полностью. Переход на схемы с освещенностью вот дал тот результат, который дал. Ну, да. Да. Ну, все, сделал за хакатон, даже чуть-чуть меньше, потому что идея нашел только... К 10 утра, спасибо, топчик Тим. Еще раз хайпануть. Спасибо.